Здравствуйте, дамы и господа, сейчас мы зачистили с вами, ну вот, в прошлой серии, очень трудную волну, и мы продолжаем Cliffhanger с Джерико. Так, сюда мне пройти нельзя, а куда можно? Так, что тут завалы надо раскрепать, да? Блэк. А, нет, все проще, чем я думаю. Серый сэр Ричард, да, игра становится намного сложнее, ой, я реально чую этот хард мод. Я... Не помню, что у меня раньше были такие проблемы с этим совсем. Вот такие огромные. А, не просто огромные. Не огромнейшие. Тихо. Ага. Так, хорошо. Хорошо, вы стоите. Я вас проверяю. Тут вот босс скоро будет, я нутром чую. Не помню, что за босс, какой, зачем, утром чую, будет. Иди сюда. Hold up, guys. Остановитесь. Ой, блин, понятно. Понятно, можете двигаться. Тут уже без вариантов. Я не говорил двигаться, идти вперед на рожон и помирать. Воу! Двигаться, это значит, можете двигаться, но вам не обязательно идти вперед. Целый уровень перезапускать, зашибись. Так, там была парочка, Росс? Которую можно было убить. Tell me that's you. Тихо. Okay. Так, так, Дельгадо, где ты там? Пошли. Тут можно идти. Стопимся. Есть. Уходим назад. Давайте. На. Опа. Вообще не попал. Ну ладно. Или эта фигня на них не действует? Ну-ка. Действует. Странно. Сейчас тут должны появиться. Нет? Так появились же в тот раз, когда я прошел. Или я должен пройти, и тогда они сзади появятся. Вот пазловская игра. Нет, появились. Зря я раньше их не заметил. Сразу предлагает конфигурацию, понизить уровень сложности. Вот я что вам скажу. Фигушки вам, не буду я менять уровень сложности, на этом пройдем. На. Окей. Стойте. Ушла. Ага. Дельгадо. Они же сами не додумываются это сделать никогда. На. Так, из воды появился где-то. Ясно, они тут. Нам бы аккуратнее быть, тут они появятся, и все будет. Блин, сейчас убьет. Нет, ух, успели. На. Два раза пролетает, умирает. Шикарно. Что там? А, я отсюда пришел. На. Оп. Вернись. Где ты там летаешь? Воу-воу-воу. Так садиться. Сразу бы падали. Все? Конечно нет. На, у меня теперь заряд. Боже, сколько вас.
Фух. Ещё ты тут. Распутник. Ой, распутник. Чё тут? Area clear. Зачем я это сделал? Может, это какая-то пасхалка или что-то типа того? Не, навряд ли. Какой килл? Только спалило нас. Стойте. Хорошо, он один был. Ничего не произойдет? Воу! Я о вас не подумал, что вас тут много. Фух. Эта стена бы упала и было бы все зашибись. Правда, она упала бы на меня, но это было бы прикольно. Умереть от такой глупой своей же ошибки. Хватит так дышать. Сейчас отойдет, все, успокойся. Нас никто не бьет, тут никого. Нету пока что. Ага. А, я понял, в чем проблема. Беги назад, беги, 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 беги. Они же не шли, только я не понимаю почему, но ладно. По 5 штук. Шипись. 5 штук надо снимать. На. Теперь зарядочка. На те. Бригада. Ладно, одна чертит еще ничего, хотя. Опа! Она что, во время возрождения успела скастовать? Вот, молодец, прям. Из Mortal Kombat, когда там вдвоем сражаются, выходит новый. И он успевает уже способность прожать, ну, камбушечку. Вот и она также, я ее только возродила, она уже тут как бы бомбит. Богу, вы в него верите? Кто видел? О, ну конечно, видели. Что ты не помираешь-то? Ну хоть так. Давай, летай, летай. Что это? Хватит это делать. Просто хватит. Я жив, я танк. Ты не забыл про это? Да я и после этого... Ну да, после этого я не выживу. Хорошо, что можно так делать. Просто идеальная возможность. А, вот это плохо. Вот это плохо. Это очень плохо. Да умри ты! Все. А, еще. Нет. Не хочу на тебя способности тратить. Очень не хочу. Так, с тобой так расправлюсь, а тех не знаю, как мне придется мочить. Давай! О, идеально. Теперь ты. Ты. Не сработало на тебя уже. Мне это печалит, но я с тобой справлюсь. Да что там еще? Одно. Ага, здорово. Тихо. Полетела. Где? Дальше. Противнички. Опа! Хорошо! Давай, давай! Ты, я тебе вроде хатарчик зарядил. А ты как ни родной не помер. Обошла, что ли? Зачем? Можно же напрямую. Прям в них. Смысл? Но все равно и по-тихому. Хотя, где-то. Это была подсказка. Давай по-тихому попробуем. Босс? Не.
Надеюсь, да. Это босс. Либо что-то похожее. Но очень неприятное. Что музыка заиграла такая? Ну, что будет происходить? Такие залы просторные, красиво. Но это все меркнет перед тем, что я не знаю, что сейчас будет. Детки. Босс. Дева. В кого вы стреляете? Воу! Я так свободно иду. Хорошие детки, блин. Неплохие, но это не босс. Это просто файт. Ты еще жив? А, вы в духов превращаетесь. Все... Да ну, вы из духов превращаетесь. Дельгада? Почему ты... Давай. Вот. Хорошая вешина зашла. Мы со всеми с ними не справимся. Продвигаемся. Двигаемся вперед, двигаемся. Откуда? Что? Огонь, это же наш. Да сдохни ты. Дитя. Все. Так, тут должен быть выход. Его нету. Значит. Все. На. Да приди ты. Вот, хоть так. Неплохо. Оживить. Живить, чтобы кто-то в кого-то было потом. Кого переродиться. Их немножко осталось, да? Я понимаю. Тихо. Давай. Пока там Блэк отвлекает. Блэк жива? Да. Блэк там стреляет. Давай. Ну, в обратно. Теперь это откроется. Не, вот еще один. А куда ты? Чувак. Это как? Ты превращаться будешь, не? А, то есть оно... Это можно было так сделать просто? Я не догадался. Сколько вас тут, блин? Там дальше прохода нету? Нету. Давайте. Что ж, расправляемся с этим. Чего? Где? Ладно. Куда ты улетаешь? А, еще схватил. Там последний должен. Почему не хватаетесь? А. Прекрасно. Все. Теперь-то все. Да. Давайте уже отсюда свалим. Блэк поднялась. Защищенный Блэк повысился. Мальтеус продолжает выносить гнев убитых. Мальтеус это как раз тот, кто их отправил. Это, по идее, босс, который тут должен быть.
It's okay, Simone. You're safe now. Don't touch me. You're hurt. Let me help you. I said don't fucking touch me! Everyone stay back! What the hell happened to you guys? The children. My God. So much anger, so much hatred. They wanted us to suffer as much as they suffered. It's like they were in my head, cutting from the inside. I think Cole got the worst of it. You know she has problems. Fear of the dark, fear of being touched, fear of tight spaces. Let me talk to her. Don't touch me! It's okay, Simone. Tell me about that number you like so much. The Golden Principle. Was that what you called it? This isn't real! Nothing here is real! How did that number go, Simone? You called it something. Fee? Phi! Phi! The divine proportion! Phi, right. How did that go? 1.6 180 3 3 9 8 8 Good. Now, let's lower the gun. 7 4 9 8 С глазами. Neat trick. What'd you do, rebooter? Just one of the benefits of sharing a bunk with her. Now, if we could just work on the bedwetting. Did you make contact with the Templars? Oh yeah, we had a great meeting. They think Arnold Leach and his flying circus are the Holy Seraphim. And we're the bad guys. I'm sorry I missed there. We need to find the next breach and get the hell out of here. Блин. Кто-то... А, Коул? А что, я не мог на нее переключаться раньше? Мог. А что это дает? А, понятно. То есть со мной может все стать очень плохо. Лучше... А! Я сам... все... А, еще, блин. А, не, не переделали. Все так, как и было у меня. Идеально. Где? Ай, но. Я черч хочу. На самом деле. Черч. Так, куда идти? Я пока плохо понимаю. Сюда, наверное. Двигаемся, двигаемся. Hold up, guys. А теперь двигаемся. Initiating. Я же не отсюда пришел случайно. Вроде нет. Ну да, этого я не помню. Стоп, или отсюда? Да не, не отсюда. Во, босс. Началось. Сейчас. Мы попробуем, конечно, один раз его убить, но... Кстати, вот как он выглядит. Такой же есть персонаж в Котсе, у него тоже щитак, и выглядит он так же. Это же из Старкрафта раса. Там есть такая раса. Не помню, как они называются. Не зерги, а... Ладно. Это не важно, просто небольшое дополнение. Ох, хорошо улетел. Тихо. Я вот не понимаю, ты их, Малтеус, отослал, а теперь они работают на тебя? Ну, служат тебе. Это же ничего хорошего. Ох, ё. А, надо было где-нибудь спрятаться. Прикольно. Так. Ты. Роулингс умер, это плохо. Теперь Роулингс, я в тебя. А, стоп, они его бьют тоже? Но между тем и нас. А, как только у него снимается щит, они на нас переключаются, что ли? Не, вот, все, снимается щит. Они... Тихо, тихо, тихо. Оу. Почему ты тут? В кого?
И как не убивать его после всего этого? Он же опять сейчас в щит. Я просто не успеваю в него попасть, пострелять. Немножко. Давай, 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 давай. Ну что вы? Вы тут, блин, втроем засели, а там как бы помирают постоянно. Вот, например. Давай, Роулинс. Тихо, 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 тихо. Валим, 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 валим. Валим. Да. Ладно, давайте еще раз попробуем. Я не против. Это, да, можно. А, сюда. Что это? Неудобно. Погнали сразу туда. Пофигу. Сразу просто берем и переходим. Хочу париться с этими ребятками. Да и смысла не вижу особого. А, ну да. Не вижу. Это, конечно, неправильно. Блин, я на харде, мне бы сохранение еще. Сюда придут, не? Нет, как я понимаю. Вы все тут? Тоже нет. Тогда я ничего не понимаю. А, вот, вижу. Так, засядем здесь. Будем ждать. Угу. Прекрасно. Да. Угу. Еще вам танчик. Вот он. Куда он делся? Он же тут появлялся. Все? Нет. Ладно, еще. Пока хп. Она убивает, походу, и у нее устанавливается хп. Ну, это хорошая новость. Опять один остался. Ну. Где ты там летаешь? Зачем им позволили выходить за текстуры? Мне кажется, это не очень хорошо, потому что... Ну вот же чекпоинт. Почему его не было до этого? Это же чекпоинт. Перед боссом все правильно. Почему у меня его... Сука, не зафиксировалось. На. Как против тебя сражаться-то, я не помню. Помню только, что все это трудно. Как только вот еще уходить от его этой фигни, я не очень врубился. Как по идее можно, типа далеко стоишь и всякая фурга. Как это сделать? Как это реализовать? Вот, даже не сделать, а просто реализовать. Эта штука, по идее, не должна на него действовать, он все-таки босс. Валим. Буду читерить. Мне вообще плевать. А? Так, 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 так. У него оружие сбилось почему-то. Не-не-не. Не-не-не. Его оружие сбилось. Я не могу так.
кнопку установить. Ага. Тут вот это. Ага. Так, так, так. Уходим, уходим. А-а-а. Один Дельгадо? Да вы чё? Он выжил только потому, что жирный. Это дискриминация. Нет, нечестно. Как, блин, его правильно убивать? Сдохни. Чёрт. Одну меня ошибили. Молодцы, блин. А, оно автоматом появляется, что ли, иногда? А, он ко мне идет. Эть? Амуницию нам поправили. А. Так, блин, сразу же кидают к боссу, а я как бы еще не привык, потому что мне опять паутина, мне надо за многих управлять, за многими следить. Они кидают прямо к боссу, блин, молодцы. И это не зависит от уровня сложности, это же просто история. От уровня сложности зависит от сложности противника, хотя босс, он тогда был не совсем простым. И опять это одна падла, которая... Почему они так делают? Это же идиотизм! Нельзя сделать так, чтобы да, они волны не приходили, но чтобы никто из них не сваливал просто так. Nice. Есть, конечно, идейка. Попробовать с ней что-нибудь сделать. Попробовать. Не факт, что сработает. Будем их бафать, они будут просто его атаковать. Бафать будем, когда у него как раз-таки снимется щит. Ну, а так... Опа! У нее прицел есть. Прикольно. Надо просто будет далеко стоять. Давайте так. За эту серию последний раз попробуем. Пишут что-то. Друзья добавляются. Жалко, это скипнуть нельзя. How dare you defile this holy place and make demands, heretic? You reek of sin! Kneel before me and be cleansed! What's he saying? Same shit they told me when I was expelled from Catholic school. And I'm gonna give him the same answer. Я, по идее, сейчас вот на неё смотрю, да? Так, свалила. Просто свалила. Уйди от меня. О, блин, это... Да, она прикольная. Она реально прикольная. Так, он ко мне летит? Да, ну. Так, во-первых. Давай, давай, давай. Валим. Врубись эту фигню. Ага. За нее в команде проще играть, мне кажется. Ну, попроще, чем за остальных. По крайней мере, я так думаю. А почему вы не хотите... Понятно. Я не успею, да? Нет, успею. Спрятаться надо. Спрятаться. Шикарно. Давай, 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 давай. Хорош.
Теперь я всех хилю. По-быстренькому. Пока есть время. Разбираюсь со своим одним. Спасибо, что помогла. Отхожу назад. Прицел. Достреливаем. Что ж ты, падла, ко мне постоянно идешь? А, это я восстанавливаю всем. Забавно. Тихо. Валим. Но остается где-то 3 человека, и этого, в принципе, хватает. Давай. Давай. А, все. Что? А, Делегат не умер. Я думал, он умер. Уйди отсюда! Нафиг! Роулингс. Что ты? Так, не надо эту оживить. Быстро. Нет. О, успел. Успел. Ху-ху-ху. Теперь в самый край. Давай. Так, надо подхилить их. Еще подхилим. Давай. Где ты? О, мой. На. Зарядись. Так, встречаюсь. Валим. Да, это, конечно, читерство, но это реально читерский какой-то персонаж. Остановление времени. Конечно, оно не полностью останавливает, но... Все двигаются остальные в таком же. Вы так близко стояли. Зачем? Давай. Его еще и эти бьют за то, что он их отправил на верную смерть. Давай. Какие твои дети? Ты их убил. Всех. Ты заставил их умирать. Дети. Давай. Там... Ой, я того не оживлю. Это будет трудно. Но... Ой. Слежу. Давай. Плохо. Валим. Ребята, уходим. Он сейчас взорвется. Ладно. Идея, все. Так. На. О, я теперь один это делаю, вообще плохо. Да перезарядись ты быстрее. Все. Оживляем. Если бы как-нибудь можно было сделать так, чтобы они резко за мной побежали, они все равно бегут не с той же скоростью, что и я в этом деле. Но есть еще один... Одна идейка. Сделать вот так. Потом так. Так, бежим. Бежим. Он просто срабатывает, когда я к нему подхожу. Так, хотя бы Делегада. Уже неплохо. Все? Конечно. Убивайте его. Мои дорогие дети, они моя конфета. Только не говорите, что все эти падлы на меня сейчас. Фух. О, прекрасно. Нафиг это все. Реально нафиг, ужас просто. Это реально на Bloodborne уже на харту походит.
В Риме. Забавно. Ладно, ребят, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, наверное, до скорой встречи. Я просто ужасно устал от всего этого.